О, Вриндаванешвари, я с почтением склоняюсь перед тобой. Настолько светлым твое лицо, подобно только что расслабленному золоту. Ты известна под именем Гауранги. Твое платье прекрасно, как синий лотос. Твоя длинная коса напоминает черного змея, украшенного бриллиантами. О, тоже помешала моей медитации. Философский камень. Я так беден, что не могу выдать свою дочь замуж. О, великий Махадев, пролейся свою милость на меня. Спаси своего слугу. Спаси меня. То идти по Вриндавану и найти там Санатана Госвами, он может дать тебе бесценный мир. Господь Шива не мог меня обмануть. Меня прислал к тебе Господь Шива. Он сказал, что у тебя есть какая-то драгоценность для меня. Мне нужно выдать дочку замуж. Помоги мне. Раньше, когда я был премьер-министром, я был так богат, что раздавал пожертвования. Но сейчас у меня ничего нет. Я могу дать тебе духовные знания. Нет. Дочь, замуж. Махадев сказал, что у тебя есть какая-то драгоценность для меня. Погоди, у меня был камень, который железо в золото превращал. Посмотри там, в мусоре. Где? Ha 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 ha!
Святое имя Кришны полно трансцендентного блаженства. Оно дарует все духовные благословения, потому что является самим Кришной, резервуаром всего наслаждения. Имя Кришны полно само по себе. Оно представляет собой вместилище всех трансцендентных вкусов. Имя Кришны всегда свободно и духовно. Оно никогда не обуславливается законами материальной природы, потому что имя Кришны не отлично от него самого. Написанный нашим Гурудевом. In the last verse he said,
Tumbiname onakoi na rupa akrai. О, Радха Кришна. Последний святой Гурудев поет: О, Радха Кришна. Other than you in my life, there is nothing, you are my everything. У меня нет ничего в жизни, кроме вас. Вы мое все. And beautiful Radha Krishna descended in the form of the holy name. И вы прекрасные снизошли на землю в форме святых имен. How much a person loves Krishna can be understood by how much they love the holy name. Любовь к Кришне проявляется в жизни человека его привязанностью, любовью к воспеванию святых имен. Because there's no difference at all. Потому что нет абсолютно никакой разницы между ними. But in our conditioned states, we cannot relish the sweetness of Krishna. К сожалению, в нашем обусловленном состоянии нам недоступен вкус Харинавы. Мадрам, мадрам, нитай, мангал, мангал, ам, сакамани, гумали, сапарам, чицурупам. The name of Krishna is the sweetest of the sweet. So in the conditioned state, it's very important to have a very strong shraddha, faith in the words of Gurudev. Потому что спасает нас в обусловленном состоянии, это крепчайшая шрадха, вера в слова Гурудева. And chant Harinam every day. Гурудеву, и каждый день мы должны стараться повторять святые имена. Зафиксированное количество кругов Харинавы. Даже если нет вкуса к воспеванию, вы обязаны воспевать. И с почтением. And a peaceful, patient mind. И набравшись терпения. As we have discussed in our three classes about how to chant japa in Ashtanga school. Мы обсуждали в течение трех лекций, как правильно воспевать Харинаму, в каком настроении, во время фестиваля в Астрахани. So gradually, once a bit the ignorance will go away. Постепенно будет отступать невежество. And when the ignorance of Vidya is destroyed by the power of the holy name, then one begins to experience how sweet is the name of Krishna. И когда последствия воспевания святых имен начнет отступать о виде, тогда станет доступен сладкий вкус Харинамы. Мы начнем постигать сладость святых имен. Then, one more thing. Keva shunayeno shavnam sakir, keva shunayeno shavnam. Who has put this name in my ear? How much nectar is this in this name of Krishna? Сколько же нектара кроется в этом имени Кришны? So мой язык не может удовлетвориться, ему хочется вкушать сладость этого меда снова и снова. If there's so much nectar in only hearing the sound of this name, then what will happen to me when I see Krishna? Если столько нектара уже присутствует в слышании этого имени, что со мной произойдет, когда я увижу Кришну? И Радху. Or if Krishna will touch Radhika. Если Кришна прикоснется к Радхе. And her ecstatic bhav will be reflected in me. И в моем сердце я почувствую ее экстатические чувства. So you should know that even though you may not have tasted them. И несмотря на то, что у вас сейчас отсутствует вкус, вы должны каждый день старательно повторять святые имена. И служить Гурудеву и чистым вайшнавам. Потому что нам Прабху дорожит своими чистыми преданными. Если мы будем служить тем, кем дорожит святое имя, то святое имя нам Прабху подумает: ну ты, конечно, оскорбитель великий. But because you have served my dear pure devotee, I forgive you. I'm coming at once. Да, я готов тебя простить, просто потому что ты служил моему любимому преданному, поэтому я приду к тебе прямо сейчас. And by the mercy and prayers of those pure devotees, now Prabhu will appear in the heart. То есть милость и молитва. Милость и молитва чистых преданных за нас, они призовут святое имя на наши уста и в наше сердце. Thank you for this very beautiful. Мы благодарим вас за этот. Production. За замечательную постановку.
And especially thank you to the organizer of this festival, Vishwam Kripala Sri Prabhu! He's always serving me and the Try to be like him. Very humble, only finding happiness in Seva. And we also very grateful to our Kalyanananda Prabhu. Very good quality of sound throughout the festival. And inviting all the Gandharvas. To Guru and the Babu and Haha and Hubu. All the Gandharvas came with you. To sing along with the Kirtans. The Kirtans is very beautiful. Also, great thanks to Giridhari Prabhu. You go very Giridhari Prabhu. This always concerned that devotees all over the world should not miss the festival. So he's managing all the technical things and then also editing the videos afterwards. And especially, I am completely dull, I cannot say anything in Russian. And especially to my Gurudev and Sushila Prabhupada. I am not doing anything, I am doing everything. Thank you.